средний расход 12,5. Да. Мне надо удобство для водителя создавать. А наверху спал я внизу. Разница очень большая. Ну, то есть, как бы, ну, даже не то, что если сравнивать нас с кем-то, да, ну, так вы же все равно видите его сами, ну, качество. Есть, есть. Качество, отношения. Качество. Главное даже не качество, а отношение к клиенту какое. Ну, а, вот это бы я, наверное, больше всего бы отметил. Отношение к клиенту какое. Так, друзья, всем привет. Еще раз здравствуйте. У нас... На улице уже ночь почти что, поэтому мы транслируем прямо из цеха. У нас тут монтаж. Монтаж сегодня осуществляем по переоборудованию для Александра. Александр, откуда вы? Чувашия, АЛЛАТРА. А, АЛЛАТРА. Все, АЛЛАТРА, привет. Хотел сказать Чувашия, да, но думаю, поинтересуюсь, откуда все-таки точно, чтобы знать. 21 регион. Да, регион, конечно, мы продемонстрируем. Это наш... Ну чего, машина новая, месяц эксплуатации у нас прошел. С первого рейса заехали, привет передать. Да, пойдемте посмотрим, что у нас. Пойдем. Друзья, белый тент этого автомобиля, белый тент, чтобы сразу понимание было, как вообще отмывается. Да. Нормально, после моечки все четко, да? Да. Вот, белый тент после рейса. Заглянем, что у нас по внутряночке. Ворота. Сразу видно, ворота с рейса пришли. Вот. А внутри все в рабочем состоянии. Все белые. Крыши пользовались? Пользовались. Все? Все великолепно. Все великолепно, все быстро. Лучше, чем разбор. Ну, там многие жал, там кто-то вот хейтеры у нас теперь есть хейтеры, они пишут, что да ваша там все тут... Что-то не то, не так. Более-менее цена-качество соответствует. Все соответствует. Ну, самое главное. Разница есть. Разница. Сравнивать с автотехом, разница есть. Ну, понятно. Ну, ладно. Мы все равно о всех хорошо. Все конкуренты имеют право на жизнь. Так, тут чего? По низу тут. Вот так вот это все. Так, и у нас тут спальник. Дакаровский. Как спальник-то в эксплуатации в итоге-то себя показывает? Все великолепно, все нравится водителю. Тепло, ничего там. А то тут кто-то тут. 2-киловаттная автономка справляется, работает, значит, на полсилы. Жарко, спит в трусах. Понятно, то есть спальники классные. Это в любом случае, наверное, интереснее, чем спать в новых кабинах. Конечно. Ну вот мы вдвоем с ним в рейс ездили. Ага. Он наверху спал, я внизу. Ну... Три ночи ночевал на сиденье, ну, конечно, не сравнишь, но наверху поудобнее. Наверху. Я не понимаю людей, которые экономят на стоимость вот этого спальника и спят на стандартных сиденьях, которые даже экономят, ну, диваны раскладные. Диван хотя бы надо ставить. Да, хотя бы диван, да. Я сам на диване пробовал, нормально, более-менее. Ну, более-менее согласен, но мое мнение, надо удобство для водителя создавать.
для того, чтобы водитель полноценно отдыхал. Естественно, если водитель полноценно отдохнул, спина не болит, значит, он на следующий день проедет больше, заработает для меня больше, и груз привезет в целости, сохранности, естественно. Ну, это правильно, да. В среднем так они во сколько встают на ночлег у вас? В смысле? Ну, до скольки едет машина по времени? Часам до 12, до 10? Нет, он у меня не любит ездить по ночам. Как бы, и я считаю, если самочувствие позволяет, ты едешь. Самочувствие не позволяет, я как бы на его стороне. Мне сроки доставки, по большому счету, это на втором плане. Главное, своей машиной водить. Да, чтобы главный груз был в целости и сохранности, приехал. Водитель был жив и здоров. Потому что сколько я вижу, замечаю, люди хотят больше заработать, за рулем спят. Спят в сутки по 2-3 часа. Неправильно. Нет, я не поддерживаю. Я совершенно не поддерживаю. Ну ладно, ну о нашем чего? Месяц? Месяц, да, ведь, по-моему, у нас прошел? Месяц ровно. Все нормально. У нас ведь она большая, 6,60 длиной получилась, или 6,70. 6,75, 2,20 ширина и 2,30, 2,40 все-таки высота. По чистому 2,40. Ну и обтекатель нормально стал, не обтекатель, а асфальт получается нормально стал 2,40. Да, да. Стал великолепно. Как у вас по расходу, по газу? Газ еще я не поставил, а все по финансам, значит, на ЕГР не заглушенный, значит, ничего нету. В среднем, вот сейчас мы пришли до Ростова и обратно, вот он стоит сейчас, обогревается, средний расход 12,5. 12,5, да. Нормально. Сюда мы в Нижний привезли 2200. Ну, сейчас все говорят, он по документам 2200, а по факту все могут и 3 положить. Да нет, не похоже было, потому что 4 листа рессор стоит. А, рессор тоже. Да, и рессоры были, значит, не были прямыми. Ага. Буквально под рессорник буквально, ну, сидел чуть-чуть. Ну, понятно. Стремлений нету больше перегружать. Стремлений нету больше. Ну, ладно, ладно. Че? Мнение о нас не изменилось, нас можно рекомендовать. Не изменилось, я уже рекомендую, потому что многие у меня спрашивают, вот у меня, говорю, уже есть автотех, есть ваше удлинение. Естественно, люди, которые спрашивают, что посоветовал, я уже однозначно сюда. Все, все, Александр, мы тоже очень рады, что мы вам понравились. Да, все. Всего доброго. Всем, ребят, удачи, всем ни гвоздя, ни жезла. Все, всем пока.